ще раз вам мої вітання. Ми продовжуємо працювати в прямому ефірі на телеканалі Миколаїв. І в нас студія «Вечірня гість». Вітаю в нашому ефірі Віктора Гуляєва, коуч-тренера. Доброго вечора. Приємно вас бачити сьогодні. Да, і дякуємо за те, що в суботній вечір ви з нами знаходитесь. І в нас є цікава тема для розмови. Це тренінги. І тренінги ці, як явище, дуже розповсюджено останні роки в Україні і в країнах пострадянського простору, але мало хто із наших громадян насправді знають, що це таке, як правильно вони мають відбуватися. І ось сьогодні саме ви нам про це розповісте, я знаю. Да. Здравствуйте. Значит, действительно, как сказала Наташа, что тренинги, они, это явление не новое, но в нас, вот в городе, да, в Миколаеве, они, как бы люди знают о тренингах, но конкретно они в них не участвовали, это больше распространено, но для больших городов, крупных городов, там люди, как у нас идут в театр, люди идут, там вот так они выходные выбирают, идут на тренинг. Что такое вообще тренинг? Вот часто думают, о, тренинг, одни говорят, что там ничего хорошего не дают на тренинге, другие думают, пустая трата времени, третьи вообще говорят, это секты какие-то и так далее. Тренинг это, ну, другими словами можно сказать, это образовательный процесс. Это тоже образование, но это образование в ощущениях. То есть это когда, например, учиться на велосипеде кататься не по книжке или там плавать, а садишься на велосипед, да, держишь равновесие, крутишь педали, иногда ошибаешься, падаешь. То есть человек учится на собственном опыте. То есть тренинг – это как бы человек учится на собственном опыте, потому что у нас знания, ну, академические, классические академические знания, они даются, вернее, имеют очень маленький прикладной характер. То есть на практике мы знания используем где-то 10-15%. Все остальные знания мы на практике никогда не используем. Ну, зато всегда таскаем с собой этот багаж знаний. Идем на работу, тащим с собой этот багаж знаний. Идем с работы, тащим этот багаж знаний. Например, взять там школьные знания, что мы на практике используем. Там читать, писать, считать, там рисовать, может еще что-то. А все остальное мы на практике никогда же не используем. Там синусы, косинусы там, и так далее. Значит, ну, тренинг, вот, иногда путают тренинг, что там надо долго сидеть, будут рассказывать, там, потому что тренинги должны, ну, средняя продолжительность их, это 6, 7, 8 часов. Для засвоения материала, так? Да, для то есть там идет практика, они думают, что это лекции. Конечно, если лекции читать все эти 8 часов, то там можно, и я устану, я просто не выдержу, упаду, да, и они не выдержат. То есть, если брать структуру тренинга, то там 20% это идет теория, и то теория не так, как лектор рассказывает, а именно таком... Замечаешь аудиторию. Да. Людина, яка была не на одному тренингу. Да, то есть в диалогом такой форме. Вот там 50% это практика, то есть упражнения. Упражнения бывают парные, упражнения бывают одиночные, групповые. И 30% это подведение итогов, то есть обратная связь, подведение итогов, что получилось, что не получилось, почему не получилось. Потому что... То есть задача тренинга, да, вот такие тренинги, я бы больше назвал это тренинг социально-философский, потому что это не терапия, это не, мы никакой психокоррекцией не занимаемся. То есть в чем заключается? Человек сам, когда с помощью группы, с помощью тренера, да, он видит, что у него получается, что не получается. То есть у него как бы, ну, открывается вот зона дальнейшего роста. И он сам уже думает, говорит, о, так я, это ж, как я не мог к этому раньше додуматься, то есть у него все это происходит. Почему так? Потому что у нас, смотрите, потом из-за того, что у нас знания в основном в теории, да, то есть мы никогда на практике это не пробовали, но мы знаем, что так есть, хотя на практике никогда не пробовали. Это называется установки. Как действуют установки? Вот одна из установок, это еще не то. Значит, в чем она заключается? То есть эта установка начинает проявляться, когда в средних классах школы. То есть человек думает, что школа это еще не то, я еще недостаточно самостоятельный, там родители контролируют, когда школа закончится, вот тогда жизнь начнется, тогда уже будет то. Заканчивает человек школу, кто идет в институт, поступает, кто идет сразу работать после школы. Кто-то поступил в институт, думает, ну все равно институт это еще не то. Ну что ж, стипендия маленькая, там где-то подработка, когда институт закончу, поступлю на хорошую работу, тогда уже будет то. Кто-то пошел работать, он говорит, значит, работа это еще не та работа, что ж я этот... Никакой ни специальности нет, ни профессии есть, нет. Вот сейчас поработаю, заработаю денег, поступлю в хороший институт, тогда же будет то.
Мужчина с женщиной познакомились, встречаются, мужчина говорит, ну та женщина еще не та женщина, мы так просто встречаемся. Вот как будет та женщина, даже будет то. Там квартиру снимаем, да, это ж квартира, это ж не наша, мы ж только снимаем. Когда будет наша квартира, тогда уже будет то. Какие-то негативные установки. Да. И так человек выходит на пенсию, и оказывается, что то уже никогда не наступит. А то было тогда, когда не было того, 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 того. То есть, имея в виду, у нас большинство людей живут или прошлым, или будущим. И часто свое прошлое тянут в свое будущее. Например, там, ну, в прошлом году мы ездили в Коблево. Классно было, получили массу положительных эмоций, отдохнули. Значит, чего что делаем? Поехали опять в Коблево. То есть мы тянем свое прошлое, свое будущее, вместо того, чтобы пробовать что-то новое. И получается у нас такой замкнутый круг. Хочется вырваться, а не получается. Мы говорим, почему у нас все то же самое, все повторяется и так далее. Треба було їхати в залізний порт. Да, залізний порт. Дальше, вот как, установки не нужны нам, да, мне говорят, ну нам нужны такие установки, мы живем с ними, да, мы с ними живем, они нам помогают в определенный момент времени, они нас оберегают, но потом со временем, когда человек развивается, да, эти установки стают контрпродуктивными, они уже начинают человеку мешать. Ну, например, вот есть такая установка, что все дети должны слушаться родителей. Вот вы жили в такой установке, Наташа, когда вам было 2-3 года? Мабуть, все жили в таких установках. Да, мабуть, все. А как вы думаете, для чего это нужна установка? Что она дает человечеству на самом инстинктивном уровне? Ну, мне кажется, что відчуття превосходства, так, над іншими людьми. Ну, это уже, возможно, больше. А на самом инстинктивном уровне что дает? Ну, спрощує життя людини дорослої. Цими установками це спрощує. А дорослий, а для дітей? Ну кажіть же, мені цікаво. Значить, це безпечність. Правильно? Угу. То есть эта установка на самом сильном уровне нужна для безопасности, а потом уже все остальное воспитание там, и так далее. То есть эта установка нужна для выживания. Она хорошая, она полезная. Да, чтобы ребенок там пальцы в розетку не всунул, да, там, под машину не попал. То есть это нужна установка для выживания. Но когда человек вырастает, когда ему 18, там, то есть достигает совершеннолетия, особенно когда заводит свою семью, эта установка начинает ему мешать. То есть вчера она была позитивная, да, сегодня уже негативная. И начинается ссоры с родителями, разрыв связи с родителями, там теща, свекруха, отцы и дети, постоянно это проблема. И чем сильнее вот эта связь, тем человеку дальше тяжелее развиваться. Даже бывает человеку достаточно взрослый, там 30-35 лет, захотел что-то сделать и думает, а что мама с папой скажут. И часто эти установки тоже нам родители прививают, сами того не хотя. Ну, например, там папа маму обидел, да, там мама там до себя плачет, ой, до себя все мужчины там такие. Вот. Или папа там говорит сыну, вот сынок, никогда не женись, вообще, вот твоя бабушка, там все женщины такие. Вот. И из-за того, наверное, так у нас мало счастливых браков. Или вот даже пример, когда же люди же взрослые, да, например, муж с женой договорились после работы там, в 6 часов вечера поужинать. Ну, жена там приготовила, да, ждет 6 часов, нету, 7 часов, нету, 8 часов приходит муж. И при том, от него еще цветами пахнет. Ну, она его, лясь, где ты был, шлялся, наверное, по бабам. А он, как вы думаете, что он думает? Говорил мне папа, не женись никогда. Ну, а она что думает? Казала мне мама, да, что все чоловіки погані. Да. А муж достает сзади цветок. Он его 2 часа искал, бегал, чтобы купить этот цветок. Понимаете? Не в наш час. Да, ну, а может, он хотел такое именно для нее сделать какой-то подарок. Дуже швидко якось промайнув час, який був виділений для нашого ефіру. Буквально ми з вами хотіли ще поговорити про зону комфорту. Хвилинка в нас. Да. Да, і от коли чоловік живе цими установками, у нього виходить ніяка зона комфорту. Тобто йому удобно, йому хорошо, він точно знає, що, точно знає, як, а чому так він ніколи не задумується. В цій зоні комфорту, от, чоловіком все нормально, но з ним нічого такого не відбувається. Ну, живе собі, живе серо робочі будні, коли новий день чудесним образом напоминає предыдущий день. От, і як ви думаєте, буде в цій зоні комфорту чоловік результат? Какой-то? Ні, все стало. Все в людини стало. Да будет результат, только смотрите какой. Да, например, человек работает бухгалтером, может стать главным бухгалтером, работает продавцом, может стать начальником отдела продаж. Все, дальше он не пойдет. А все то, что на самом деле человек хочет, называется мечтой, как раз находится вне зоны комфорта. Ну, зона комфорта окружена таким ореолом страха. То есть человеку хочется, он боится. Он боится, опять же, своих установок. Например, много людей хотят стать богатыми. Ну, у каждого свои установки. Одни думают, это налоговая будет, другие думают, рэкет, третьи думают, богатство только нечестным путем зарабатывается, деньги зарабатывается. Человек думает, да не, и так сойдет. То есть опять возвращается в зону комфорта и опять вот живет
в этом. И буквально три слова, потому что у нас же просто немає часу для цього. Да, спасибо. Ну и пользуясь моментом, хочу поздравить, ну, во-первых, своих любимых женщин, жену, дочь, маму, бабушку, тещу, ну и всех женщин з цим прекрасним праздником. А я хочу подякувати вам за те, що сьогодні прийшли. Ми провели дуже цікаво останні 10 хвилин. Я сподіваюся на продовження, і ми ще не раз побачимо так, в нашому ефірі вас. Віктор Гуляєв, коуч-тренер, сьогодні консультант сьогодні був в нашому ефірі. Я ж бажаю наостанок всім нашим глядачам приємного продовження цього вечора і до зустрічі в ефірі.